Именно работам художников-архитекторов, часто бывавших в усадьбе Суханова, и посвящена выставка, открытая в историко-культурном центре Ленинского района. Узнаваемые мост и беседка, трогающие душу, полные любви к родной подмосковной земле пейзажи, летний вечер, зимняя дорога, осенний листопад. Выставка занимает 3 зала. На ней представлено более 60 работ. Пастель, акварель, масло. Картина не похожа ни по стилю, ни по характеру. Если посмотреть вот на работы Александра Николаевича, мы с вами видим, насколько по сырому акварель уже идет красиво, с переливами, с гармонией, с вот этими полутонами. Особое место на выставке занимают 2 гобелена, автором которых является Ната Мельникова. Суханова – любимая тема в ее творчестве. Удивительные 2 гобелена, которые сделаны руками. В них, если посмотреть на них, текучесть и акварели, потому что сама художница старалась смешать 2 техники – акварели и гобелен. Экспозиция открыта для посетителей уже 1,5 месяца. За это время ее успели посмотреть около 200 человек. Экспозиция оставляет очень благоприятные впечатления и действительно радует то, что это наша родная природа и какие-то места до боли знакомы. К сожалению, в последние годы усадьба Суханова приходит в запустение. И очень хотелось бы, чтобы красота этого уголка малой родины осталась не только на полотнах. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.